Здравствуйте! В этом видео мы рассказываем о том, как правильно дать кошке или собаке таблетки от глистов Prazytel. Их используют для решения проблемы заражения животных круглыми и ленточными гельминтами. Препарат отечественный, но по качеству его состав сравним с зарубежными. Для профилактики и лечения заражения кошкам и собакам антигельминтик дают в утреннее кормление однократно. Вы сделали анализ, и он показал, что у питомца паразиты. Или вы сами по внешним признакам определили, что питомец заражен глистами. Тогда для лечения обработайте любимца дважды с интервалом в 10 дней. Помните, что вашему любимцу нужна обработка от глистов за 10 дней до прививки. Тогда ваш питомец получит полноценную защиту от опасных вирусных инфекций. Если вам необходимо обработать от глистов беременную кошку или собаку, делайте это во второй половине беременности под наблюдением ветеринарного врача. Когда развитие плодов стабилизировалось и сформировались основные органы. После родов и кошкам, и собакам Prazytel дает с осторожностью и тоже под наблюдением врача. Это были общие правила обработки для кошек и собак. Теперь перейдем к инструкциям. Начнем с собак, а в конце поговорим о кошках. Для каждой весовой категории собак есть свой препарат. Щенку Prazytel даете начиная с 2 недель из расчета 1 таблетка на 1 кг массы тела животного. Если ваш питомец мелкой или средней породы, даете ему 1 таблетку на 10 кг массы тела. Собаки средней или крупной породы также даете 1 таблетку на 10 кг. У щенков крупных пород, в отличие от мелких или средних, дозировка другая. Ставьте на паузу и смотрите, сколько таблеток потребуется, если у вас крупный щенок. Повторяйте обработку раз в 3 месяца и радуйтесь здоровому питомцу. Ведь действие Prazytel аналогично действию дорогих зарубежных препаратов. Друзья, это была инструкция для хозяев собак. Теперь перейдем к кошкам. Кошкам препарат дают из расчета 1 таблетка на 4 кг массы тела питомца. Как часто кошек обрабатывают от глистов? Зависит от того, гуляют ли животные по улице. Если не гуляют, обработку повторяете раз в 6 месяцев. Если ваша кошка – любитель прогулок на свежем воздухе, даете ей Prazytel раз в 3 месяца. Друзья, когда вы применяете Prazytel для питомца по инструкции, вы заботитесь о его здоровье и безопасности. Желаем, чтобы у вашего любимца никогда не было глистов. До свидания!